Так, все поели, все хорошо. Белые на охоте. Привет, сизые. Лиса. Ой, сегодня так смешно было утром. Но у меня просто не было с собой телефона. Значит, лиса бегает под забором, кричит. Кричит. Все, а на заборе сидит здоровый черный кот. Такой без хвоста. Или кошка. Кошка, скорее всего. И смотрит на лису сверху и никуда не уходит. Лиса была в возмущении, просто в возмущении. Ну, сейчас она поела, ее чуть-чуть отпустила, конечно, эта ситуация. Но соседский большой кот, конечно, это черный, пушистый, который сидел на заборе и никак не реагировал на лису, просто игнорировал ее. Это, конечно, ужасное зрелище. Согласна? Вот, она ругается. Кот там, да? Какой, а? Вообще, ты бегаешь, кричишь, а он вообще даже не реагирует. Сидит, как будто так и надо. Еще белки ползают, да? Раздражают. Ой, ой. Вот все высказала. Теперь ушки на макушке. Да они вообще, я к тебе не лезу. Я рядом тут сел посидеть. Ты как утром, так гладь. А как так после еды, так отстань. Все. Короче, кот бесявый. Разбесил лису своим поведением. Ну, видишь, ни одному белому тебя бесить. Там. Теперь сидит, слушает окружающую среду.